На строительной площадке в Краснодаре рухнул автокран. Это произошло на улице Конгрессной. В кабине в момент крушения водителя не было, а давать комментарии по поводу инцидента нам отказались. Вы не имеете права. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Я говорю, вы не имеете права. Уберите ваши микрофоны. Дайте сюда. Прокуратура Прикубанского округа по поручению краевого ведомства уже начала проверку. Падение строительного крана на Кубани не впервые. Например, в 2022 году в Краснодаре, а в 2021 в Сочи. В обоих случаях пострадавших не было. Прокуратурой Прикубанского административного округа Краснодара организована проверка по факту размещения в сети интернет информации о падении строительного крана на строительной площадке по улице Конгрессной в городе Краснодаре. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению работодателям трудового законодательства требований охраны труда, в том числе при производстве строительных работ. Жительница соседнего дома пустила нас на свой балкон, откуда открывается панорамный вид на автокран сверху. По предварительным данным, есть один пострадавший, а сам кран повредил плиты, строительный материал и бытовки. Вчера буквально установили. То есть он даже практически суток не простоял. Позже появилась информация муниципального центра управления о том, что пострадавших нет. Окончательную точку в этой истории поставят правоохранительные органы.